Я помню, как в детстве мама читала мне сказку про Снежную королеву. И там была девочка по имени Герда. Она спасала своего брата Кая от Снежной королевы. И я примеряла на себя роль спасительницы Герды. Я любила и другие сказки про чудесные спасения, про волшебников и добрых фей. А еще я очень любила тайны, особенно разгадывать их. Честно сказать, я и не задумывалась тогда о том, что все эти увлечения станут моей профессией, делом моей жизни. Я проводник в мир Таро и Рун, в мир знаний, спрятанных за знаками. Там, где другие видят просто картинки, а я вижу целые истории. Я рассказываю людям невыдуманные истории об их жизни. Я обучаю тех, кто хочет владеть этими инструментами. В моей жизни были очень серьезные кризисы. Жизнь буквально рушилась на глазах. Я попадала в аварии, теряла доход и веру в себя, была в омуте алкогольной зависимости. Мой брак был неоднократно на грани разрушения. Я искала инструмент, который позволит обходить препятствия и не зависать в болезненных ситуациях, который даст направление гармонии, высокому качеству жизни. Этим инструментом стала система Таро и Рун. Палочки-выручалочки на все случаи жизни. Причем для работы с ними не надо родиться в семье шаманов, достаточно лишь понимать систему. Даже мой муж пользуется Таро. Мои главные ценности – это семья. Не только родные, но и мои ученики, клиенты – они тоже моя семья. Моя ценность – дело моей жизни, которое позволяет жить жизнь, а не проживать. Путешествовать по миру, за плечами уже более 25 стран. Работать в любом удобном месте, хоть на море, хоть в горах. А я люблю в своем загородном доме с чашечкой кофе, под пение птиц в уютной атмосфере. Моя ценность – это польза, которую я несу людям. Мой девиз – Таро и Руны в каждый дом. И моя миссия – светить, помогать, находить ответы на вопросы, вдохновлять на творчество и жизнь, наполненную смыслом и гармонией. Я та Герда из моей любимой сказки, которая выросла и продолжает жить жизнь, наполненную смыслом, приключениями и благом для этого.